Qualcomm показала смартфон с поддержкой 5G. Устройство пока является прототипом. Представлен гаджет был во время пресс-конференции в Китае. В Китае на пресс-конференции был представлен прототип смартфона Vivo One X 5G от Qualcomm с поддержкой 5G. Новинка также получила процессор Snapdragon 855, включающий в себя модем X50 UT, рассчитанный на поддержку нового формата мобильной связи. Об этом пишет Gizmoshine. Разработка гаджета была завершена в августе текущего года. Создан он на основе Vivo One X, получившего выдвижную фронтальную камеру на 8 МП. Также устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 2316×1080 пикселей, а кроме того, встроенный сканер отпечатков пальцев. Презентация новинки ожидается в феврале будущего года на выставке MWC 2019 в Барселоне. Ранее сообщалось, что эксперты назвали худший смартфон 2018 года, который отличился самым неудачным дизайном, конструкцией и функционалом. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.